начала. Так, готов? Все то же самое. Они втроем, они добиваются. На посох. И пятишься назад, а они на тебя вот так вот идут. Ага. Сцена 10-3, дубль 1. 10-3, дубль 1. Поехали. Раз, два. Так, еще раз. Жюри стоят вот здесь. Меня один туда. Еще раз. Господи, сцена 10-4, дубль 2. Да, да, Алчка. Не, постой, мы от тебя не будем отводить взгляд. Что в нем? Нет, ну просто смотрите на ответы. Готовы? Раз, два, переводим взгляд. Снимаем рюкзаки. Наташа. Смотрим друг на друга. Нет. Ну, я имею в виду, смотрим на Деда Мороза, а друг на друга. Там снегом кидайте, я не знаю, как это работает. Мороза не убить. Только не сильно это. Да, не сильно. Ногами не пинай. Ногами не пинай. Да. Зашибут. Давайте сейчас попробуем. Вот девушка крупная. Ее тоже можно бить вдвоем. А один бьет Лену. Вот, ну а вы так как-то вот так вот, там, я не знаю, там снегом в море, на тебя, тут убегайте, вот тут же кучу мало устроить. Несколько получается, она легла и лежит. Дайте ей возможность отбиваться. Я ему говорю, руку отпусти. Потому что вот вы Ленка, Стинка и остальные, классно смотреть. А вы ее там прижали к земле, она не шевелится, неинтересно. Дайте ей... Конечно, менты, елки, поезда. Ну дайте на корячки, уползи. Нет, другую, да, в другую сторону. Удар! Еще удар! Перевел его в другую сторону! Еще удар! Тут удар! Да. Еще удар! Перевел его! Удар! Еще удар!
эти, вот три куста, я не знаю, что это за растение, и береза. А должны мы их прогнать в ту сторону? Да, когда я крикну, вы их отпускаете, и все, вы устали, вы их прогнали, там, грозите кулаками, а вы, разбойники, можете, убегаете на меня и пробегаете справа и слева от меня. Вперед полетела. У меня Молодцы!